Привет! Добро пожаловать на наш YouTube-канал. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и Дэвид Эггерс, который находится по ту сторону камеры. Всем привет! Качество будет не такое, как у Юли, извиняюсь. Ну, ты уже тоже начинаешь становиться почти профессионалом. Да, если у нас будет немножко не такое качество, как у Юли, простите нас. Юля сегодня к нам не смогла присоединиться, поэтому Дэвид выполняет за нее эту работу. Друзья, к нам очень часто приходят просьбы показать что-то достаточно бюджетное, но то, что приносит хороший доход. Как раз-таки мы находимся в одном из таких комьюнити. Комьюнити располагается рядом с парками Диснея. Отсюда реально буквально 5-7 минут до парков. Это просто находится в сердце туристического коридора Орландо. Комьюнити называется Regal Oaks, состоит из таунхаусов. Комьюнити было построено в двух фазах. Одна фаза постарше, где-то постройки 2007-2008 годов, и вторая фаза помоложе, 2014-2015 год. Сейчас мы стоим перед очень интересным объектом. Это всего две bedroom, но хороший доход приносят такие таунхаусы. Цена, почему я очень захотела вам показать, как раз-таки это бюджетная. Цена 320 тысяч, сдается на Airbnb и очень успешно. Туристы обожают это комьюнити. Вы потом посмотрите, почему. Мы покажем вам клабхаус, все развлечения, бассейн. Бассейн в стиле аквапарка. Вообще комьюнити – это курортного стиля комьюнити. Туристы обожают это место. Также, что привлекает туристов, это близость к Celebration, город, который построил Дисней. Отсюда можно пешком дойти до Celebration. И буквально за пределами комьюнити находится, опять-таки, парк развлечений. Не Дисней, конечно, но называется Fun Spot. Там же находится старый город Кисими с кучей баров, ресторанов, развлечений, магазинчики. В общем, приезжая сюда туристы, они идут пару дней в парке, потом день они расслабляются в клабхаусе этого комьюнити. Я бы сама там с удовольствием пожила денек в этом бассейне. И также вечерами они развлекаются на каруселях и в магазинах старого города. Давайте я сейчас пройду по цифрам этого таунхауса. Значит, так, цена, я сказала, 319 тысяч 2014 года. Метраж этого небольшого таунхауса 1300 скверфит размер, да. И в квадратных метрах в переводе 125 квадратных метров. Две спальни и 2,5 санузла. HOA 498. Вам сейчас это покажется вау. Это очень достаточно кажется высоким. Но что входит в это HOA? Во-первых, в комьюнити за воротами есть ворота, на которых сидит охранник. 24 часа в сутки сидит гард. Также в HOA входит обслуживание всей территории, обслуживание внешних стен, крыш, все, что снаружи таунхаусов. И интересно, что сюда входит интернет и спутниковое ТВ, а это уже на минуточку около $100 в месяц, если вы будете сами это покупать, потому что очень мало комьюнити это предлагает. И вот так вот все это сложить, плюс еще развлечения, которые вы увидите в клабхаусе, это все включено в HOA. Если это все сложить, на самом деле это не так дорого. И учитывая то, какую прибыль в принципе приносят эти таунхаусы, а это мы попозже вам разложим в конце видео, оставайтесь до конца с нами. Ну а сейчас давайте пройдем внутрь и посмотрим
как бы таунхаус изнутри. Сначала я покажу вокруг, как соседи живут. Да. Достаточно красивая, чистая территория. Соседи вежливо ждали нас, чтобы уехать. Сейчас внутри. Проходите. Я сразу хочу сказать, таунхаусы здесь практически все стандартные. Когда они строились и продавались первоначально, их уже продавали со стандартной мебелью, меблированные, с бытовой техникой, с посудой. Буквально каждый таунхаус здесь друг на друга похож. Иногда владельцы добавляют какие-то предметы, интерьеры, декорации, а так, в принципе, все похоже и одинаково. Mm-hmm. Да. Это, ну, такого отельного типа комьюнити. Mm-hmm. Туристы все знают, сюда возвращаются каждый год туристы. Давайте начнем с кухни. Туристы сюда постоянно возвращаются, одни и те же люди, очень любят комьюнити, за год, наверное, делают резервирование. Вот такая у нас достаточно просторная кухня. Все здесь у нас есть, предназначено сразу, чтобы вести бизнес буквально после покупки. Неплохие техники, appliances, CGE. Да, бытовая техника вся существует. Тарелки, кружки. Кофе хорошие у меня в столе. Даже countertop. Да, гранитные поверхности. Ну, стандартно. Я такое вижу постоянно. Здесь одно, как бы, очень похоже. Да, здесь у нас половинка санузла. Гостиную ты захватил? Угу. Кстати, на улице красиво. На улицу мы выйдем попозже. Угу. Изюминка этого таунхауса – это как раз-таки расположение в самом комьюнити. Вот такая гостиная. Я бы сюда, конечно, положила хотя бы коврик. Да? Угу. Мебель в хорошем состоянии, чистая. Угу. Здесь инфраструктура, наверное, кондиционер. У нас находится... Нет, да, здесь у нас стиральные сушильные машинки. И проходим на второй этаж. Обратите внимание, ковролина здесь нет. Хорошее качество. Я думаю, что это или хорошего качества ламинат, или винил. Вот такая просторная хозяйская спальня, мастер-бедрум. С телевизором. С видом на лес. Кстати, это тоже плюс, что рядом нет. Да, это большой плюс, вид из окна в этом таунхаусе. Вообще расположение таунхауса в этом комьюнити или с видом на озеро, с видом на лес или с видом на соседа. Здесь таунхаус с видом на лес. Приватность. Пожалуйста, проходите в хозяйскую ванную. Хозяйский санузел. Даже там есть, если хотите. Здесь туалет. Все чистенько убрано. Дальше. И здесь гостевая спальня. Тоже со своим санузлом. Две кровати. Угу. Достаточно большое место, да, можно. Опять-таки обратите внимание, что ковровых покрытий здесь нет, отсутствуют. Даже телевизор тоже. Хороший вид. И проходи, пожалуйста, покажи санузел. Да, Юля лучше делает, конечно. Ничего-ничего. Я не понимаю ее практика. Система.
Ну и сейчас мы пройдем во дворик. Дворики здесь уютные. Сплошная приватность. В этих таунхаусах имеются хатабы. Угу. Горячий. Круто. Да. Опять-таки вид на лес. И вот такой вот уютный небольшой дворик. Да, и даже дверь можно. Собака пропускать. Ну что ж, друзья, давайте сейчас мы проедем, посмотрим, что нам предлагает эта комьюнити. Это будет очень интересно. Оставайтесь с нами до конца. И опять-таки напоминаю, что в конце я вас проведу по цифрам, по прибыли ROI, Return on Investments. Оставайтесь с нами. Пока. Смотрите. Енотик. Что-то там копает. Прелесть, он меня даже не видит. Пошел по делам. Вот такая у нас жизнь во Флориде. Друзья, заходим мы в клубхаус Regal Oaks. Сейчас посмотрим все развлечения, которые нам комьюнити представляет. Сразу у нас слева находится ресторан. Он открывается ближе к вечернему времени суток. Здесь даже написано. 4 часа. Сейчас еще 11 утра, поэтому он закрыт. Бильярд. Знаменитый бассейн. Здесь у нас детский бассейн с горками. Кабана бар. Thank you.
Друзья, спасибо, что остались с нами до конца. Я, как и обещала, сейчас проведу вас по цифрам. Самый быстрый способ проверить, какой будет возможный возврат на инвестицию и потенциальный cap rate. Cap rate я ранее уже говорила, что это такое, но повторюсь. Это соотношение цены покупки к потенциальной прибыли. В этом случае я использую сайт, который называется AirDNA. Этот сайт подтягивает реальную статистику с Airbnb и по адресу интересующего вас объекта выдает информацию. Эта информация очень полезна для инвесторов и отличный инструмент, чтобы определить, насколько хорошо сдаются похожие объекты в том или ином комьюнити и будет ли такое предложение выгодно для вас.